Бы, как бы песня получилась, так она называется «Донбасское лето», да, да. И... Ну давай, с Богом. Эта ночь уже на исходе, только парню опять не спится. Он пишет ей что-то важное, телефон как назло садится. Телефон как положено кнопочный, и блиндаж по уму в три наката. А вечер такой, такой, спят его взвода ребята. А воздух такой, спят его взвода ребята. Тишина такая тревожная, редко крикнет ночная птица. У его бойцов во сне от чего-то детские лица. Свет свечи, автомат, в кружке чай, триколор на шевроне. Бесшумно шепчут его уста те слова, что сказал на перроне. Те слова, что сказал ей тогда на перроне. В СМС успеть подобрать слова про любовь и друзьям всем приветы. Слава Богу, СМС-ка ушла, вот еще бы дождаться ответа. А еще бы дождаться зимы, будет отпуск, до дома билеты. А пока дай им Бог пережить эту ночь и донбасское лето. Дай им Бог пережить эту ночь и донбасское лето. Дай им Бог пережить эту ночь и донбасское лето. «Донбасское лето» — это песня, новая песня с нового альбома. Добрый день. Чайф записал песню для наших бойцов. Это правильно. Вообще отрадно, что не все рок-музыканты у нас уехали. И напомню, иностранный агент Михаил Козырев такую табличку сделал, там красно-черную, где разделил рокеров, тех, которые выступили против СВО, которые СВО поддержали там с разной степенью. Чайф там как раз находится вот в той самой зоне, самой для него, для иностранного агента, неприятный. Я оставлю к случаю проект Гарика Сукачева, я остаюсь отличный. Вы посмотрите, какие из музыкантов, из наших остались со страной. Это не обязательно значит, что они поддержали СВО. Это значит, что они со своей страной. Я вот помню, мой коллега из АИФ, из «Аргументов и фактов», Полупанов Володя в свое время сказал такую вещь, которая, ну, вот запомнилась мне, что когда Юрий Шевчук ему описал прогноз, что вы, имеется в виду Россия, вы, сказал Шевчук, когда вы проиграете, это будет позор. Вот что вы тогда будете делать? На что ему Полупанов ответил, что если моей стране суждено испить чашу поражения и горечи, и позора, я разделю это вместе со своей страной. Вот. Ну вот это вот к вопросу о том, что рок-музыканты в основном, вот они топят за поражение России, там как этот Лёва Би-2, иностранный агент, Егор Бортник, грозится, что Россия будет платить репарации, называет Путина президентом смерти и так далее. Так вот, хорошо, что Чайф с нами. Но я когда прочитал эту информацию о Чайфе, вот что увидел и услышал о группе, про которую не знал. Эта группа называется «Мотороллер». Вот. Это группа из Алматы, казахстанская группа. Они в 2014 году выступили против Майдана, ее лидер Ильяс
out. И поддержали СВО. И группу эту cancelled очень сильно. Ну, как пишут, я повторюсь, не слышал про нее раньше никогда. Ее cancelled в Казахстане фактически, там запрещены выступления. Мне кажется, что вот не помешало бы эту команду пригласить, допустим, в Россию, дать площадки. Не обязательно там на федеральные каналы или во дворце спорта, но, в принципе, вот в такую непростую годину, в тяжелое время, ну, свои должны объединяться, независимо от того, там, кто они, русские, чеченцы, казахи, якуты, украинцы. Если они наши, если они за наши, если они против той повестки, которая навязывается сейчас Западу, в том числе и Украине, ну мы тогда как-то должны быть вместе. В этом смысле Костя Кинчев был прав. Нет, он по этому поводу ничего не говорил, но я просто хочу напомнить его гимн 90-х. Мы вместе. Я солдат Второй мировой. Я бы мог остаться живой, не взрывал бы тех фрицев вместе с собой, сдался в плен, был бы живой, был бы жив. И Васек Железняк, не нырни он с гранатой под танк, он не дал раздавить медсанбат, и за это сам в глину был вмят. Прошлой ночью во сне Автандил с виноградной лозой говорил, он был лучшее в Грузии делал вино, если б дзот, если б дзот собой не закрыл. Сколько б нас воротилось назад в Кострому, в Алмату, в Киев, Фрунзе, в Баку, в Ашхабад. Скольких мук ленинградцы могли бы сбежать, сколько сел белорусских не стали б сжигать, и по горло в кипящей крови не стоял Сталинград. Если б каждый из нас отступал, не страну, а себя бы спасал, норовил от войны увильнуть, подставляя товарища грудь. Если б мы, как Европа, легли тряпкой, чтоб нами мыть сапоги. Но зачем эти если, браток? Ты б не смог так, и я так не смог. Каждый раз, когда мир на смерть бьют, для него мы последний приют. Прикрывать и лечить каждый раз его некому, кроме нас. Я солдат Второй мировой, не посмел я остаться живой. Ты расскажи нам концепт. Концепт простой. Жгем. Давай.
опять стоим и в трюме вода. А ты опять твердишь, что надо бежать. И ты опять твердишь, что надо туда. Ты не качает, сухо, и есть чем дышать. Но ведь и здесь есть шанс, пускай один из десяти. Пусть время здесь вперед не мчится ползет. Ты пусть остаться здесь сложнее, чем уйти. Я все же верю, что мне повезет. И я остаюсь. Я остаюсь. Хочется быть. И пусть я немного боюсь. Я немного боюсь. Но я остаюсь. Я остаюсь, чтобы жить. Я остаюсь. Ты говоришь, что здесь достаточно зла, и ты спешишь скорей отсюда уйти. Ты говоришь, что мне неволя мила, и свято веришь правду другого пути. Писать и плыть, лететь куда все равно, лишь бы туда, где нет и не было нас. Ты говоришь, здесь все погибло давно, и слишком много чужих среди нас. Но я остаюсь. Я остаюсь. Но здесь я вижу своих, когда начнет звенеть последний звонок. Я буду здесь, если буду живы. Ведь я остаюсь. Я остаюсь. Там, где мне хочется быть. Где мне хочется быть.